Привет всем подписчикам IntelBet, с наступающим Новым годом, ну и, конечно, еще в этом году осталось несколько интересных матчей. Конечно же, в Англии. Ну и главный матч концовки года — это противостояние Ливерпуля и Манчестер Сити, которое закончится уже практически перед боем курантов. У нас в Москве в 20:30 начинается эта игра и подпирает окончание года. Если анализировать этот матч, если думать, как он может развиваться, то здесь есть одна очевидная вещь. Манчестер Сити, особенно в больших играх, очень часто упускает первые минуты встречи. Возьмите, например, игру против Арсенала, в целом удачную для Сити, или матч против Лестера, в целом неудачный для Сити. Я думаю, что Юрген Клопп будет на этом делать акцент, готовя к игре своих футболистов. Я думаю, что на этом будет делать акцент и Пеп Гвардиола. Он раскритиковал своих игроков за первый тайм против Сити, но и здесь я думаю, что Гвардиола сделает все для того, чтобы добиться максимально активного и агрессивного начала от своих игроков, пусть и играют на Энфилде. В общем, я говорю о том, что эта игра и в целом видится верховой, что подтверждают букмекерские котировки, но в то же время я считаю, что здесь нужно ловить ранние голы. И тут есть выбор: поставить, например, на гол в первые 26 минут, очень хороший вариант, или, например, подстраховаться на тот случай, если вдруг события будут развиваться немножко иначе, и поставить другую ставку, на которую я вам и предлагаю обратить внимание. Второй, не первый, второй гол в матче до 55-й минуты. Учитывая верховой характер матча и учитывая то, что мы с вами предполагаем, что голы будут забиваться с самого начала, мне кажется, очень неплохой вариант с неплохим, хорошим коэффициентом. В любом случае, с наступающим вас Новым годом! Желаю вам удачи, добра, счастья, всего доброго! Ставите или нет, это решаете уже только вы.